нравится? Любить природу, защищать и не загрязнять ее, бережно относиться и оберегать – это то, к чему должен стремиться каждый житель нашей планеты. Семейный экотуризм – это приобщение детей с самого раннего возраста к любви к окружающему миру, к заботе о нем, к той красоте, которая окружает нас. Семейные походы – это возможность показать детям места с относительно нетронутой человеком природой, показать на своем примере ценность бережного отношения к ней. Конечно, с маленькими детьми сложно сразу отправиться в серьезные экопоходы в заповедные места. Но и в любой местности, мы уверены, есть местечки, которые в полной мере помогут прочувствовать единение с природой. Мы же планируем ежегодно посещать новые и новые места в Ленинградской области. И вас призываем приобщать детей к экотуризму и изучать уголки природы в вашей местности. Ведь это так здорово и так объединяет вас и ваших детей.